Компания Global – одна из крупных компаний в Удмуртской республике, которая занимается продажей и установкой спутниковой системы ГЛОНАСС. На сегодняшний день, в чем я вижу основные преимущества компании Global – это люди. У нас большое количество сотрудников, что позволяет за каждым клиентом закрепить своего менеджера и быстро реагировать на его вызовы. Компания Global для своих клиентов работает в режиме 24/7, то есть наш клиент днем зарабатывает деньги, а ночью мы можем ему предоставить услугу, тем самым не отрывая его от своих бизнес-процессов. На сегодняшний день Global обслуживает более 5000 автомобилей, транспортных средств на территории Удмуртской республики. Также мы сотрудничаем с Пермским краем, с республикой Башкортостан, с республикой Татарстан и Кировской областью. Система ГЛОНАСС предназначена для контролирования режимов работы транспортных средств. Это режимы передвижения, режимы работы оборудования, агрегатов и режим расходования топлива. Сейчас мы будем устанавливать датчик уровня топлива. Вот он так выглядит. Для его установки мы используем резьбовые заклепки, вот, то есть прокладочка и герметик, соответственно, и винты. Датчик служит для того, чтобы учитывать расход топлива, то есть ловить сливы, заправки, то есть чтобы клиент полностью видел ситуацию, что происходит с машиной и конкретно с его топливом. В системе может использоваться очень много датчиков, то есть на каждый исполняющий механизм. Такие как датчик наклона, датчик движения, вибрация, датчик вибрации можно поставить. То есть датчиков существует очень много, которые можно подключить к системе мониторинга, и она будет это считывать и передавать, соответственно, уже на компьютер. Подключаем непосредственно сам разъем и используется GPS-антенна. Она выносная. Производим подключение к терминалу и производим его настройку. Настраиваем на наш сервер, чтобы он к нему мог подключиться, и настройки, которые он будет передавать в саму систему. То есть это вот у нас будет сам датчик и дополнительная кнопка включения установки. На терминал устанавливаются пломбы клеящиеся. Для чего это нужно? Чтобы водитель не мог выдернуть разъем, не мог выдернуть антенну и не мог подключиться к самому терминалу. На наше оборудование мы даем пожизненную гарантию, и в случае, если с ним происходит какая-то поломка, наши специалисты приезжают и меняют его на новое. Также наша компания предоставляет такую услугу – это хранение всей информации о любом транспортном средстве в течение 1 года. Программа Vialon является сервером, на который поступают данные с оборудования, которое установлено у клиентов на машину и на котором она хранится. Также программа Vialon позволяет накладывать эти данные на карту местности. И тем самым клиент видит в удобном для него формате, какой именно местности передвигается его транспортное средство. Зона покрытия ничем не ограничена, так как работает эта система через систему спутниковой связи ГЛОНАСС, то есть вся территория земного шара она находится в зоне покрытия этой системы. То есть невозможно, где бы ни находилось транспортное средство клиента, оно будет в зоне покрытия.